ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы. Здравствуйте, друзья мои! Сегодня блог сплетника 113. Я сегодня вам прочитаю тут 12 этих ответов. Спасибо Виктору Анатольевичу. Что вот тут пишет этот Алекс Макс? Что же вы с этими грибами, как дурень со ступой носитесь? Последний хрен без соли доедаете, что ли? От них же пользы никакой. Они даже не перевариваются. Как заходят, так и выходят. Зато отравиться можно на раз, два, три. И самое ужасное, спасти практически невозможно. А кто выживет, остается, инвалидами остаются. На всю жизнь крякнет поджелудочная. Почки и печень. Скрытая камера пишет. Да есть нечего. А этот Алекс опять пишет. Скрытая камера ответ. Ну, так работать надо. Нолик пишет. Сейчас. Так, Нолик пишет. Так послушать. То есть ничего нельзя, не надо и есть не надо. Все вредное и бесполезное. От всякого язва, отложения солей, диабет, гонорея, диарея и, короче говоря, летальный исход. Если вкусно можно жрать, вот и все. От грибов не отравишься, если знаешь, съедобные или нет. Грибы – источник белка, как и мясо. По-вашему, мясо тоже не переваривается. И просто так выходит. Алекс опять Нолик отвечает. Ошибаетесь. Гонорея. Как и сифилис от удовольствия, они как не от еды. Сейчас много грибов-мутантов, они как губка впитывают всю гадость, выхлопные газы, радиацию и так далее. Нолик отвечает этому человеку, про гонорею бы сарказм, да сейчас все вредно. Не будьте занудой, ешьте все. Этот опять пишет Нолику. Ясный перец, смеяться после слова лопата. Роза Роуз пишет, плюс скрытая камера, Алексеевич, у нас снег и лед, какие грибы? Или это летнее видео выложил? Роза Роуз. Канал Грибоедова вам в помощь. Там все о грибах. Очень познавательно. Думаю, вам понравится. Отпишитесь потом, окей? Вопросик такой. Скрытая камера пишет. Роза Роуз. У вас снег. А у нас грибы. Роза Роуз. Скрытая камера. Красотища. Сама обожаю грибы. И узнала много новых видео благодаря каналу Грибоедова. Грибоведы. Косторуб пишет Наташа. Алексеевич прав, если приготовить грибы правильно, то это очень даже полезно и вкусно в любом виде. А если относиться к грибам, как старая корга, что пизда, то бутулизм тебе обеспечен, Люба глюки по жизни мне. Она хвастается, что знает толк в грибах и всю жизнь их собирал, кормила ими детей. Теперь понятно, откуда ноги растут. Семейка дебилоидов из деревни идиотов. Главное, точки не промывать ничего перед употреблением, не употреблять. Вот. Понимаете, вот так. Ну, а на этом все, друзья. Всем спасибо. Вон она, моя дорогая Маня, лежит такая. Так что всем хорошее настроение. И спасибо вам за просмотр. А мы с вами встретимся в 114 выпуске влога сплетника. Все, всем пока. Что ха-ха. Поедем на какую-нибудь там Антарктиду. У нас вот сегодня такая Антарктида. Господи, 34 градуса мороза. Господи, я уже с ума схожу. Понимаете, все, всем пока. Маня тут отдыхает, а я вот... С вами блог сплетника записываю. Всем пока. Ой, кофеварка очень хорошая, кстати. Всем пока.